опасный маневр. Уступи эту позицию, или мы получим штраф. Проезд через питлейн за неспортивное поведение. Ничего не поделаешь. Веди внимательно, заезжай на питлейн в течение 3 кругов. Теперь ты можешь использовать систему ДРС в подходящих ситуациях. Аккуратно, не вынеси напарника. Если не проедешь на этом круге через питлейн, будешь дисквалифицирован.
белую линию пересекать нельзя, иначе нас оштрафуют. Свежие шины, в отличие от твоих. Будь внимательнее. Болид впереди, задерживает тебя, его нужно обойти. Сейчас и быстрее в первом секторе. Тебя идет на стандартных оборотах, на стандартных. Осторожней! Мы в одной команде. Оттеснили на 8-ю позицию.
контролируй сцепление с трассой.